Сегодня я буду менять, снимать, короче, пружину и покажу, как его снять, эту пружину. Уперли домградом, чтобы подключить этот болт. Этот болт тоже можно отсоединить, чтобы немножко расслабить его, чтобы он легко пошел, чтобы резинки там не порвать. Сломана была. И вот его остатки. Все, ребят, я вам показал, как снять пружину. Все, всем пока. У кого какие вопросы, напишите комментарии. Ставьте лайки. Моя пара удачи.